Добрый день, меня зовут Алексей, я преподаватель по классу гитары в музыкальной школе «Виртуозы». Сегодня я бы хотел показать вам упражнение для развития техники левой руки. Теперь я вам объясню, как оно играется. Мы извлекаем звук из первой открытой струны. Потом играем через два лада. Точнее, через один лад сначала. Вверх, соседний лад вниз. Через один вверх, соседний вниз. Через один вверх, соседний вниз. И так и продолжаем. До 12 лада. Когда дошли до 12, играем то же самое, только